Так, доброго дня. Я сейчас в ремиссии, у меня миелома. Порекомендуйте, как на дольше оставаться в ремиссии. Большое спасибо. Перевожу для русскоязычного населения этот украиноязычный комментарий. Итак, вопрос не в том, чтобы оставаться в ремиссии. Что это означает? Что есть болезнь, ее присутствие. И мне нужно загасить эту болезнь, да, то есть ее присутствие, как бы она остается, но я ее гашу. Вопрос в том, чтобы с корнем убрать эту болезнь. Вопрос не ремиссии, вопрос полного исцеления. А полное исцеление начинается тогда, когда вы понимаете, что причиной болезни у вас были вторичные выгоды. Вторичные выгоды, мы о них очень много говорим. Поэтому сначала вы узнаете вторичные выгоды. Вы задаете себе вопрос, зачем мне так важно оставаться в болезнях? Что болезнь мне дала? Потому что вот мы очень много говорим о вторичных выгодах. И те, кто приходит ко мне на сессию, когда мы их обнаруживаем, они говорят, да, точно. Слушайте, ну точно, это я сам себе эту болезнь придумал. Поэтому вопрос не в том, чтобы, оставаясь в болезнях, ну как бы сжиматься от осознания ее присутствия и оставаться... Ну, как бы в этом напряжении. А вопрос в другом. Убрать вторичную выгоду болезни, найти вторичные выгоды для себя, почему мне важнее оставаться здоровым, и проработать качественно через подсознание, не через сознание. Потому что то, что я вам буду давать советы, этих советов в интернете тысячи, 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 тысячи. Но это всего лишь вот от этой штуки. А эта штука, ну, это ум. А ум, он будет крутить вас, выкручивать и так далее. Поэтому наша задача вот сюда спуститься, уйти сюда и созерцать. И созерцая в потоке, вот когда человек ко мне приходит, я его направляю в потоке, да, и сам поток, ведя, выносит вот эти вот корни, проблемы, трансформирует их, и человек становится свободным от болезни. Потому что если просто там болезнь осталась, но вы не свободны, у вас присутствие болезни всегда вас будет все равно гасить. Вы всегда будете об этом помнить. А вот быть свободным – это другое дело. Это как, например, алкоголик. Он отказывается от алкоголизма на 2-3 недели, но это состояние присутствует. Он силой воли себя подавляет. Он говорит, все, пить не буду. Но сила воли-то остается. Поэтому наша-то задача – сделать его свободным от алкоголизма, а не присутствие алкоголизма, но силой воли я себе не позволяю это. Вот такой ответ для вас.